Друзья, первый мажор в CS2 уже проходит и также проходит на MyCSGO. Это очень круто. Когда на MyCSGO приобретаете здесь пропуск на первый мажор в CS2, вы можете бесплатный кейс получить, скин в подарок, скин на кейс получить бесплатный, скин на контракт и так далее и тому подобное. Но можно еще получать больше здесь очков на 25%, если будете открывать именно вот эти крутые кейсы. Залетай, играй вместе со мной, ну, промокоду DENS, ты получаешь 30% к депозиту, например, 1000 рублей вносишь, получаешь 1300, 5000, 6500, 1500 на халяву. Десятку закидываешь, 3000 рублей на халяву. Я жду тебя на MyCSGO, let's go смотреть видео. У нас на балансе сегодня будет 5000 рублей на MyCSGO. Мы сегодня с вами просто залетим и проверим то, что с такого баланса можно ли что-то приподнять и выбить какие-то топовые скины. Я тебе порекомендую пооткрывать какие-то кейсы, ну, сам лично, которые открываю, да, и возможно с этих кейсов тебе тоже выпадет топовый скинчанский. Также не забывай промокод DENERS, который ты видел в самом начале видосика. Спасибо за поддержку. Смотрите, друзья, раздача скинов в CS как бы до сих пор здесь прилетает, да. Пополняйте баланс, получаете тикеты, участвуете в розыгрыше скинов. Когда ты пополняешь баланс, ты получаешь тикеты, и после чего ты участвуешь в розыгрыше скинов. Я считаю, это очень круто. К сожалению, у нас пролетает мажор в CS2, да, уже совсем скоро завершится он, через 15 часов, также на MyCSGO. Поэтому совсем скоро на MyCSGO появится новый пропуск. Не пропускай, копи MyCSGO коины и открывай еще на халяву кейсики. Смотрите то, что здесь можно было в этом пропуске получить, и надеюсь, то, что в новом пропуске то же самое будет. Смотрите, скин-подарок, 2 скина ты получал. Возврат во времени, да? А когда ты крутишь кейс, у тебя выпадает какой-то скин, тебе он не понравился, этот скинчанский, да? Ты взял, просто перекрутил кейс совершенно бесплатно. Дубликат. Выпадает какой-то скин, и он выпадает не один, а их выпадает два. То есть выпал там кейс, скин там за 700 рублей, да, у тебя выпало их два, и ты получил 1400. Также скин для контракта в виде 3 скинов, скин для апгрейда в виде 4 скинов, бесплатный кейс, ну еще больше бонусов и больше подарков крутых. Поэтому это очень круто. И тогда, когда ты открывал еще тематические кейсы, ты получал на 25% больше бонусов. Здесь были Ancient, Overpass, Nuke, Mirage, Inferno, Dust2 и Anubis. И тем самым ты открывал быстрее награды, да, потому что прокачивался твой пропуск. Кстати, за эти бонусы, которые ты получаешь, да, когда ты открываешь тематические кейсы, ты можешь пооткрывать на халяву кейсы. Давай чуть-чуть пониже, да, спустимся и посмотрим, какие. Смотри, сейчас тебе покажу. Вот они, бонусные кейсы. Например, самый дорогой — это 2500 бонусов, да. Я думаю, то, что ты бы не отказался бы, да, от этих каких-то скинчанских. Поэтому я накоплю 10 тысяч бонусов и по-любому запишу для вас видосик, что у нас интересного выпадет. Так, окей. Кстати, новый кейс у нас с вами появился. Я вот не знаю, может быть, ва-банком его открыть. Как раз таки он 5000, да, стоит. Смотрите, вот этот вот такой вот прекрасный кейсик. Здесь трое перчаток, трое ножей выпадает. Топовый авик, пустынная гидра, МК, калаш, ЮСПИ, диглы. Все туповые здесь, и синий фосфор даже здесь имеется. Эмочка топовая со старых кейсиков. Поэтому, друзья, если что, вдруг можете взять на вооружение, у кого хороший баланс. Ну, какие бы кейсы я бы пооткрывал, чтобы пополнить новыми пушками свой инвентарь, да. Смотрите, друзья, давайте представим, вы пополняете баланс, получаете бесплатный кейс, во-первых, открывайте, не забывайте бесплатный кейс сам вверху. С ограниченной серии я бы открыл бы Sweet Dreams, это вот этот кейсик, Easy, так, где он, это вот этот кейсик. Давай с них и начнем, Sweet Dreams, 10 штук, погнали. Всегда открываю по 5 или по 10 штук быстро, потому что мне лично кажется, то, что с этих кейсов, когда, ну, точнее, когда ты открываешь 10 раз именно быстро, как будто больше шанс на какой-то хороший дроп. Но пока что вот в минус ни разу не ушли. Эти открытия, ну, в маленький минус, там 60 рублей. Нормально. Так, кейс Изи откроем 2 раза, потому что он стоит 1000 рублей, 10 открытий. Так, это в 0 у нас получилось, в минус 6 рублей, но это я не считаю за минус. Тут в плюс 9 рублей тоже не считаю, просто камбэкнули, да, обратно. Ничего здесь тоже не выпало. И вот крайний раз здесь откроем, и все, тоже ничего не выпало. Окей, давай дальше идем. Так, кейс Джеймтайма. Дорого стоит кейс, но, блин,
5 раз я бы его попробовал крутануть, потому что, во-первых, ты бонус за открытие получаешь, ты потом можешь за эти бонусы открыть на халяву кейса. И также тут топовые скинчанские с вами находятся, также есть и ножики, и перчатки. Можем крутануть по 2 раза, можем по 1, либо по 5. Ну, давай 5 медленно попробуем. Может быть, что-то какой-то ган хороший выпадет, и будет очень круто. Джейм тайм очень хорошо бывает дает. Ну, говорю, по 10 раз. Второй игрок, эмочка, это уже окуп 100% с этого открытия. 3527. Эмочка. Я думаю, что то, что мы сделаем вот так вот. Эмочку эту оставим за 2500. То есть мы уже половину с вами отбили, и на балансе еще 3200 есть. Поэтому не заигрывайтесь, что. Так, окей, джейм тайм есть. Давай дальше. Так, майнинг кейс бы пооткрывал бы вот этот кейс по 10 раз. Азимов майнинг, здесь топовые есть скинчатки, авик и эмочка, которые часто дропаются. Поэтому давайте 10 раз откроем быстро. Давай откроем, ну 5 раз. 5 раз, я думаю, открою, вполне нам хватит. 5 открытий. О, вот такие вот пироги. Отлично. Отлично, я хотел сказать, 5 раз откроем, да-да, нет-нет, а нам еще падает авик за 9000 рублей. Мы с вами уже поубивали, друзья, на... Сколько? Пац, на 11500, да? Вот такое вот открытие уже получилось. Окей, так, а давай дальше пойдем. Кейс блогера. Какой бы кейс блогера я тебе рекомендовал бы, открыл бы, да? Давай откроем овердрайва. 10 раз медленно. Посмотрим, что у нас выпадет. Что-то сейчас оставим. Что-то продадим. А может быть, сразу все продадим, если ничего путого не выпадет. И нам ничего путого не падает. Медвежий нож у нас прокатывается. За 2800 у нас открытие. Отлично. Так, 2000. Тоже хорошо. И давай крайний раз откроем сейчас. И на сколько? 2400. Не, давай еще раз. В ноль выдало. Давай еще разочек. В ноль, потому что дало. Непонятно, 2500, но опять, ну давай, надо либо в минус, либо в плюс, чтобы что-то оставить. Подожди, стой, 2000, ну вот так вот, минус 400 рублей, все. Окей, так, кейс бустера, вот кейс сахара, давай кейс сахара медленно крутанем, пару разков. 2 раза и уйдем туда. Кстати, 6000 отметку бонусу мы с вами преодолели. Это очень круто, можете поздравить в комментариях. Не забывай подписываться на канал, кстати, оставить лайкосик. И не пропускать новые видосики, чтобы я вам порекомендовал какие-то новые кейсики пооткрывать и что-то вы интересно выбили. Не забывай. Так, бонусный кейс. Окей, наши сборки, окей. Давай напоследок откроем, короче, ребят, киловатт-кейс. На киловатт-кейс здесь намного выгоднее открывать, чем на в КС-ке. Почему? Потому что сам кейс там стоит одну сумму, а ключ другую сумму. Да, один только ключ стоит 230 рублей. А здесь кейс стоит полностью 280 рублей. Потому что там кейс стоит еще столько. Юспик оставляем, 1000 рублей, да, где-то. Да. Вот так вот и вот так вот, 2. Бац. И черный лотос еще забираю. Не, братва, сегодня открытие просто. Я говорю, вот этот кейс, киловатт кейс, это что-то нечто. Мы с вами выбили юсп, еще и черный лотос выбили. Так, все, крайнее открытие. Все, погнали, друзья, посмотрим, что у нас с вами просто выпало. Ну, с открытия на 5000 рублей, я считаю, вот такой вот дроп. Да, друзья, просто на 14-15 тысяч рублей. Я считаю, это очень круто. Поэтому попробуй придержаться этой тактики, возможно, тебе повезет. Ну что, подошло видео к концу. Я благодарю тебя за просмотр. Не забывай поддерживать лайкосом видос, комментарием, подпиской на канал. Также по промокодик Денерс, да, не забывай используй, 35% депозита ты лутаешь. И также напоминаю тебе, как всегда, все ссылки будут закреплены в комментарии. Благодарю еще раз за просмотр. До новых видео, пока-пока.